Привет, друзья! Российские сухопутные войска заинтересовались новой БМП «Ману». Боевая машина создана на базе БМП-3М «Драгун» в 2020 году. Почему же речь идет вновь не о самых новых БМП России? Дело в том, что производство БМП «Ману» не требует коренной перестройки производства «Курганмаш-завода». У БМП «Ману» ходовая часть, трансмиссия, электрооборудование такие же, как на БМП-3. БМП «Ману» – это легкий переход к боевым машинам следующего поколения. Единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 также снижают затраты на обслуживание машины. Конструкторы БМП-3 изначально изготовили боевую машину таким образом, чтобы ее можно было без труда модифицировать. БМП-3 «Ману» теперь может быть оснащена 55-мм автоматической пушкой, которую ставят в необитаемый боевой модуль «Эпоха». Дальность стрельбы этого орудия до 14,5 км, при скорострельности до 80 выстрелов в минуту. Ранее необитаемый модуль имел 30-мм автоматическую пушку. Также на машине стоит 7,62 пулемет с запасом патронов 2000 штук. Для защиты от танков БМП «Ману» вооружен ПТРК с тандемной боевой частью. БМП оснащен двигателем УТД-32 мощностью 660 лошадиных сил, который расположен в передней части боевой машины, что сделано для лучшей выживаемости экипажа. БМП развивает скорость до 70 км в час. Экипаж машины 3 человека и 8 человек десанта. Цена БМП «Ману» неизвестна, но говорят, что она очень демократичная. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветимся.